Всем привет! Это программа «Афиша» на Самара ГИС. Как провести выходные и зарядиться хорошим настроением на всю предстоящую неделю? Узнаем прямо сейчас. Мы начинаем. Поехали! В субботу в музее Ильдара Рязанова по-настоящему звездная программа. Там расскажут, как с нашим городом связаны Василий Шукшин, Андрей Миронов, Елена Санаева, Ольга Остроумова и другие. А в воскресенье раскроют все секреты о жизни самого режиссера в городе на Средней Волге. В это время в сквере рядом с музеем продолжается киновечера. 27 и 28 августа на экране «Музыкальная история». Самара Гранд Арт Фестивал уже в эти выходные. Это международный арт-проект, который проходит в нашем городе уже во второй раз. Арт-проект объединяет профессионалов российского и мирового стрит-арта и местное творческое сообщество. Самарские художники и подмастерья помогали мэтрам создавать уличные полотна в прошлом году. Активно включатся в творческий процесс они и в этот раз. 27 августа в историческом парке «Россия. Моя история» состоится открытие выставки «Александр Невский. История жизни благоверного князя» языком графического романа. Событие приурочено к 800-летию со дня рождения великого полководца. В каждой зоне экспозиции используются технологии прямого воздействия на основные чувства человека. В программе ожидается бесплатная экскурсия, интерактивы, мастер-классы и концерт. Лето подходит к концу, впереди пора очарования, романтичная осень. Время заряжаться нежным настроением. А где, как не в кино, да еще и под звездами. Показы продолжаются у «Ладьи». В субботу вообще ожидается целая ночь кино. На экране три фильма подряд, от мелодрамы до мультфильма. Каждый найдет что-то по своему вкусу. В художественном музее открылась ретро-выставка «Мир фотографии доктора Островского». Ее автор Михаил Борисович Островский был известным в Самаре врачом, который всю свою жизнь посвятил служению людям. Михаил Островский всегда жил в старом городе, знал и любил каждый его уголок. Фотографируя постепенно уходящие в прошлое самарские дворики, подворотни, улочки, он находил такие поэтические ракурсы, в которых сквозит ностальгическая и вместе с тем ироническая нота. В экспозицию выставки вошли 80 фоторабот, которые можно разделить на 4 основные темы – натюрморт, портрет, городской пейзаж и дождь. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи! We'll be right back.